13 декабря 2020 года. Клуб «Ярополк» в количестве 7 человек прибыл купаться. Сегодня на улице минус 7. И снежок. О, заморозки. Фух. Ну что ж, коронавирус. Изыди. Хорошо. Фу. 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 А. Вот так, молодежь. Фу. Давай до конца, прям давай. Водичка поднялась. До конца, до конца. До конца. До конца. Закаливайтесь, я работаю. Поехал. Раз, ниже с головой, ниже. Еще с головой, оба. Умничка моя, молодец. Хорошо. Давай, давай, давай. Все, выходим. Давай, 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 побыстрее, побыстрее. О, стабилизировал и поехал. Давай, давай, я больше не буду купаться. Давай, 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 давай. Все, настроил, поехал. Вот, раз, два, три, молодец. Всем привет, боли нет, закаляйтесь, страшно, но надо. Точно. Раз, два, три. О, благодать. А почему без головы? Потому что волосы длинные. Сейчас все замерзнет и будет висеть, как сосульки. Поэтому... Миронов, пойдем второй раз купаться. Нет? Почему? Не понравилось? Холодно. Холодно?